Всем привет! В общем, сейчас расскажу, как переводить автомобиль в режим обслуживания. То есть, когда вам требуется, чтобы двигатель постоянно работал, это раз. Второй, когда это надо, допустим, в данном режиме отключено, получается, ESP. Вот она, оранжевая лампочка горит постоянно. То есть, режим курсовой стабилизации. Там и антипробуксовочный режим, когда колодками буксующее колесо притормаживает, он отключен. Значит, что требуется для того, чтобы перейти в режим обслуживания? Значит, автомобиль должен быть выключен полностью. Все отключено. И все это делается, как говорится, на раз-два. То есть, два раза нажимаем кнопочку Power. У нас... Все включается, не трогая тормоз, обращаю внимание. Тормоз при этом мы не трогаем пока. Вот. После чего автомобиль, находясь в режиме паркинга, мы нажимаем два раза педаль газа. Раз, до упора. Два, отпускаем. После чего переводим режим в режим нейтральной передачи. Для этого мы нажимаем на тормоз и удерживаем рычажок. У нас... включился режим нейтральной передачи. После этого можно, не отпуская тормоз, что мы делаем? Два раза нажимаем еще раз на педаль газа. Раз, два. Вот. После этого переводим в режим паркинг машину. Паркинг нажимаем. Она в паркинге. Отпускаем тормоз. И два раза нажимаем еще раз педаль газа. Раз, два. После этого... нажимаем на педаль тормоза и запускаем двигатель как обычно. То есть, что происходит? Двигатель запускается, можно тормоз уже отпустить. Вот, двигатель запустился, режим обслуживания и включено, вернее, горит лампочка, что ESP отключена. Ну, еще ситуация какая может быть? Мало ли вы там где-то в горку по гравию поднимаетесь, да? И, ну, надо так, чтобы нет-нет, когда колеса пробуксовывали, но мощность двигатель не терял. Поскольку ESP душит не только машину колодками, допустим, правое колесо буксует, оно его колодкой прижимает, передает крутящий момент на левое колесо. Оно еще и когда начинают оба колеса подбуксовывать, она начинает тушить сам бензиновый двигатель, мощность двигателя уменьшать, то есть прикрывать заслонку дроссельную и не давать... колесам буксовать, а вам может быть надо, пусть даже колеса будут буксовать, но в эту горку подняться, либо вы там обоими колесами передними застряли где-то там в какой-то грязи, в луже, там, ну так получилось, да, и надо оттуда, пускай буксуя, но выехать, вот, кратковременно, ну, понятно, ничего хорошего машине это не сулит, но лучше уж выехать, чем там идти там 2 километра за трактором, вот. Для этого вот вы переводите в этот режим. Я сейчас, конечно, погода была бы, был бы гололед, я бы, конечно, побуксовал, показал бы, как это. А на асфальте буксовать, ну, у меня особо желания нету на Приусе. А для этого где-нибудь в бардачок, там, я не знаю, в кармашек куда-то там, в подлокотнике где-то, берете, допустим, распечатываете вот такую вот бумажечку. Я фотографию сейчас ее прикреплю. Сворачиваете ее, и она у вас просто лежит. Не надо это все запоминать очень сильно. Вот, потому что, допустим, найти ролик в интернете, где все это описывается, а интернета может под рукой не быть. А такая вот бумажечка вроде не, много места не занимает. У меня она лежит вот в бардачке там в дальнем углу у жены. На всякий случай она присутствует. То есть, ну, немаловажно такую иметь в Приусе. Аналогично переводится и двадцатка тоже в такой же режим. Prius, я имею в виду, двадцатка. Вот. В этот же сервисный режим, или режим обслуживания, как он правильно называется. Вот. В этом же режиме машина работала, вот когда предыдущий ролик снимали, когда делалась промывка форсунок. И машина стояла, работала там 20 минут, потом стояла, ну, еще раз включали ее там час, она будет работать, постоянно будет работать бензиновый двигатель. Может, вам там форсунки промывать там, или промывку топливной системы будете всей делать, и надо так, чтобы была она в сервисном режиме. Вот этот сервисный режим вы спокойно включаете,
и она работает. Выключается он точно, ну, так же, как вы просто глушите машину. То есть вы ее заглушили, все, машина выключилась, ну, двигатель заглох, все, вы ее нажимаете на тормоз, запускаете двигатель. Вот, машина продиагностировалась, вас все, и никаких больше сервисных режимов уже не включено. То есть ESP все работает как обычно, все хорошо. Как-то так.